до этой ступеньки на каждого человека наступить, чтобы быть первым. И чтобы показывали вас первого и единственного. Так вам нужно заплатить, я не знаю. Знаете, как делают популярные хиты? Делают популярный хит следующим образом. Человек записал какое-то видео, после этого там спел что-то, после этого у него есть 100 тысяч баксов. Он берет, делает канал телевизионный, делает канал в YouTube, при этом делает этот канал в YouTube, запускает одну песню и вкладывает деньги в то, чтобы эту песню смотрела через YouTube там, продвижение, делает так, чтобы эту песню смотрело много людей. Так, допустим, песня Open Gangnam Style, для того, чтобы эту песню запустить и чтобы она стала вирусной, в первый один день было потрачено 4 миллиона долларов США. Были использованы 4 основных системы привлечения живой клиентуры, среди которых был YouTube, среди которых была китайская система, корейская система и японская система привлечения трафика. Было использовано 4 миллиона долларов США на популяризацию данной песни. Прикиньте. И ее за один день посмотрело, там, я знаю, там, 180 миллионов человек. Вообще 1 миллион человек, вот видео, как сделать видео вирусным. Берете видео, снимаете 4 минут.